Случаи завоза лихорадки Зика на территорию России в последнее время не отмечались, но меры предосторожности все равно будут приняты очень серьезные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Переносчиками опасного вируса могут стать комары нескольких видов. В России насекомые встречаются только на территориях с субтропическим климатом, то есть и в Сочи, а также в соседней Абхазии.